До 21 июля по решению Московского городского суда экс-мэр Ялты Растенко будет находиться под арестом. Вчера Басманный суд оставил решение без изменения. Почти месяц назад чиновник был обвинен в превышении должностных полномочий. Генпрокуратура Российской Федерации возражала по поводу решения суда. Прокурор требовал избрать в отношении Растенко иную меру пресечения. До сих пор разбирательства не завершены. Глава Крыма рассказал, что лично с ним никаких следственных действий не проводили. Напомним, что ранее, по мнению Аксенова, дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что Ялтой был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться санаторию «Алупка» Министерства внутренних дел РФ. Правительство Крыма направило в российский следком запрос, чтобы выяснить, каким образом был установлен ущерб республике. После ареста Растенко власти Крыма назвали дело заказухой. Правительство Республики Крым, поскольку этот эпизод, еще раз говорю, акцентирую внимание, не потому что он касается Растенко, а в общем, то есть как бы та статья и за тот поступок, который Растенко меняет вину, не то что судить нельзя, там полностью отсутствует состав преступления. Растенко пытаются сегодня обвинить в том, что он в муниципальной собственности находился объект, который в 2017 году был возвращен в собственность Республики Крым. Полный бред, еще раз говорю, полная ложь. Я этот вопрос однозначно не спущу, то есть как бы дальше мы будем этим вопросом заниматься, в том числе изыскивать возможности вхождения в это дело.